Сегодня с полуночи в Украине закрывает границы уже и для своих собственных граждан. Напомним, президент соседнего государства Владимир Зеленский ограничил въезд для иностранных граждан еще 16 марта. Теперь настала очередь своих. Сегодня днем на пункте пропуска Нехотеевка нам удалось застать всего несколько граждан Украины, которые в последний момент старались успеть вернуться домой. Вот мы услышали и... Мы были в России у родителей. Да. И поехали домой. Поехали домой. То есть вы не планировали сегодня ехать? Нет, мы планировали сегодня выезжать. Да. А так выехали вчера. Немножко волнения нагнали. Я позвонила в консульство, чтобы узнать, так ли это действительно. Если честно, мужчина мне там не представился и не сказал точной информации, что действительно закроют. Сказал, ждите информации на сайте. Вот, собственно, на следующий день уже... Была информация, что закрывают. Все наши респонденты успешно пересекли российско-украинскую границу. До полуночи оставалось около 8 часов. Что будут делать украинцы, которые не успеют вернуться в свою страну до обозначенного часа, остается только предполагать. Впрочем, не впервой. Россия до сих пор не оставляла соседей в беде.